Hyundai не устает расширять свою N-серию, куда входят самые драйверские машины. Четвертой, но очевидно не последней моделью семейства стал кроссовер Kona, коему отрядили начинку от горячего хэтчбека i30N. Именно поэтому покупателям не стоит рассчитывать на полный привод, а придется ограничиться наличием самоблокирующегося межколесного дифференциала. Также не будет механической коробки, только 8-ступенчатый преселективный робот. У этого робота есть специальный режим, дабы перещелкивать ступени максимально быстро, почти ударно. При наличии лонч-контроля такой пресет позволяет паркетнику уверенно выезжать из 6 секунд при разгоне до сотни. Чтобы Kona могла ехать не только прямо, инженерам пришлось усилить кузов, перенастроить подвеску и внедрить кованые 19-дюймовые колеса. Как уверяет сама марка Hyundai, на этом кроссовере можно смело выезжать даже на трек. Под стать технике яркий декор, скроенный по всем законам жанра. Снаружи заявлены агрессивный обвес, красные вставки, двухэтажный спойлер и крупные патрубки системы выпуска. В салоне рельефные сиденья и спортивный руль, на котором есть яркие кнопки управления ездовыми режимами. За двумя синими можно закрепить индивидуальные конфигурации, а красные отвечают за упомянутый экстремальный пресет. Старт мировых продаж назначен на лето. Увидим ли мы этот во всех отношениях любопытный автомобиль? Вопрос открытый. Исходную Kona российский офис завозить не планировал, но развивать направление N обещал. Зато любителям горяченького однозначно понравится, что до нас доехал Volkswagen Golf GTI. Правда, цена совершенно нескромные 3 миллиона рублей. У родственной Audi за такие деньги можно присмотреть целый A5 Sportback. Но мы рады и такому гольфу, ведь других мощных хэтчбеков на российском рынке просто нет. Подогретому гольфу полагаются 2-литровый битурбомотор, 7-ступенчатый преселектив и электронно управляемая блокировка дифференциала. До сотни заряженный хэтчбек выпуливает за 6,5 секунд. А что же обычный гольф? Восьмое поколение без приставки GTI предложено нам с единственным турбомотором 1.4 и 8-диапазонным автоматом в богатой комплектации эксклюзив. В нее включены 6 подушек безопасности, виртуальные приборы, медиасистема с 8-дюймовым экраном, матричные фары, трехзонный климат-контроль и прочие удобства. Но при стартовой цене под 2 миллиона 600 тысяч эта пятидверка обречена навсегда остаться малопопулярной экзотикой. При неизменном желании обладать хэтчбеком гольф-класса, человек скорее купит чуть хуже оснащенный Audi A3 или Mercedes A-класса. А эконом обратит свой взор на Kia Ceed. С турбомотором кореец стоит сравнительно скромные 1 миллион 800 тысяч.